Ничего не надо, сиди на полу. Чагаев шел к этому бою почти 10 лет. Не бойся, правда. Я сейчас это своей карьеры. Побольше увеличивай для работы левой рукой, отдохни, отдохни, еще рандом у нас кажется. Ну, бей точно, четко справа, вот справа. Бей точно, хорошо, Кузя? Да? Хорошо, мальчик. Че ты отдыхаешь? Заставляешь меня кричать, нахуй! Если этот рот не убьешь его, Коля, я дам по тык по голове, честное слово, на рынке. Сын Дона Кинга очень верил почему-то в то, что у Оуэна Бека есть шансы на победу. Давай, давай, мой золотой, я все понимаю. Ни одного профессионального удара я не видел. Повторно справа, повторно правый, прямой, правый снизу. Нет, не вижу я удар, ты понимаешь? Я же умираю. Ну где ты работаешь? Где твои правые удары право? Только, Николай. Разлижу за ним не успеваю. Че ты простишь? Че ты не работаешь? Че ты с ним стоишь? Дергается как ребенок. Бей ему комбинацию. Нет у меня сил уже с тобой разговаривать. И проиграй. И проиграй. Будь мужиком, будь солдатом, будь человеком все-таки. Понял, да? Давай. Простись, где кого-то? Он говорил, что Тайсон тоже часто дрался с соперниками, превосходящими его в размерах, и побеждал их. Правый прямой! А вот Чагаев снизу, и слева, и справа попал. Ты левой рукой, все время унижай его. Правый, начинай, сиди на одной куте. Ничего не надо, сиди на одной. Чагаев шел к этому бою почти тип. Слушаешь меня? Давай, Родин. Все хорошо. Okay, from the hit him from the right. Hit him from the right and stay calm, stay put. You have to hit him left, right. Если не надо пивание не подуш, я здесь прямо тебе на голове дам, уйду вообще из ринга. Я покажу все это. 12. Твои бизнесы, блядь. Где твоя голова? Че ты играешь? Че ты не пьешь? Ровный бой. Создал ровный бой. Левый, правый, апперкот. Заканчивай апперкотом. Где твой апперкот? И слева, справа, левый в боку. Давай. Если это ровный бой. Габриэль, он грязит волну. Правый, и правый апперкот его поле проходит, а ты его пьешь той рукой, которой он умеет защищаться. Ты с этой рукой работать не можешь. Ты поменяйся с тем, поэтому будь осторожен. И постарайся точно ударить его, чтобы он упал. Хорошо, Коля? Давай, золотой. Заставляй его, чтобы с тобой на бою. Понимаешь? Это выгодно его, как гуляет. Не давай его. По маленькому рентгенскому работай. Левый, делай. Бах! Сиди справа. Понял? Начинай одновременно ударить. Проходишь. Левый. Ты стоишь сразу. Бах! Сиди справа. Да подряжь тут же левый сбоку, Коля. И переходи на сиренье. Где комбинация? Где серия ударов? Ты вот дерись с ним, не играй с ним, Коля. Ну сколько работает, где комбинация? Восьмой раунд идет. Наоборот, ты его серия ударов, иди серия ударов. Раз, два, три. Коля, дави его. Не играй, он тебя обманывает, ты не играешь. Я тебя спрашиваю, вопрос задаешь, слушаешь меня или нет? Где твои комбинации? Где левый прав? Где механизм твой? Столько работали, где она? Очень красиво работаешь, очень правильно работаешь. Не поддавайся ничего, как прыгаешь. Очень красиво право встречать. Постоянно найти себе. Был перерыв. Левый правда. Уже несколько лет, когда он... Хватит играть. Все, хватит эту вытяжку. Пэ, со всех сторон тебе. Понял?